В Калининграде во время совместных сборов бомбардировочной авиации и ракетной авиации вот появились все эти вот такие вот фотографии. То есть во время тренировочных полетов на ракетах, ну, видно, солдаты и летчики вот написали «на Берлин». И эти фотографии заметили немецкие журналисты. Вот здесь вот, например, «За Сталина» написано на бомбе. Эти лозунги привлекли внимание немецких журналистов, которые, ну, как бы не оценили чувство юмора российского офицерского состава и решили, что этого достаточно для того, что это вполне можно воспринимать как некую угрозу или как некую насмешку, тем более, что учения-то проводились в 500 километрах от немецкой столицы. Поэтому вот как раз-таки по поводу этих надписей и по поводу вот этого вот бряцания оружием возмущение вполне закономерно.